ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله Дорогие мусульмане, ассаламу алейкум ва рахматуллахи Дорогие мусульмане, мы продолжаем серии лекций «Основа Нахшубандийского тариката». Чем больше углубляемся в их книгах, чем больше мы эти книги читаем, тем больше убеждаемся, что этот тарикат не является от ислама, еще больше увеличивается ненависть этим людям, которые написали эту книгу и загрязнили такую чистую религию, религия ислам. Давайте, братья мусульмане, послушаем, откуда они еще знания берут. Не хватает они, берут шейхов для себя, учителями, не для того, чтобы изучать знания.

وأما الحيوانات فلنا منهم شيوخ. ده از حيوان او غيرت لناس يس از نيخ شيخي. از حيوان اوف از جيووتنيخ لناس يس شيخي ومن شيوخنا <applause> سبحان الله ومن شيوخنا از نا شيخ شيخوف من انا فومليت كدام راسكازا ولي برو شيتوف سمياليس كدا اني غاوريلي Ишак пророка, саллиллаху алейхи вассалам, сказал, мне рассказал мой прадедушка, он кому передал, что Ишак Нуха, алейхи вассалам, говорил, Ишак из моих потомков будет, который тот Ишак, который садится пророк, саллиллаху алейхи вассалам. Мы тогда смеялись, говорили, вот цепочка шиитских шейхов. А здесь еще более этого. Не хватает просто живорсаони говорит из насих шейхов кто аллина тамадту лйим который я уже упавался на них знаният них рат пользт них рат это ле алфарас лоад фин ибадату ажибатун ази, поистине его поклонение г очень удивительные поклонение лошади гат очень удивительные влбази сокол тоже из наших шейхов. Валь-хирра. кошка, тоже из наших шейхов. И если интернет посмотрите, вы, найдете этот ролик, который говорится тоже, я бы хотел бы быть кошкой из Черкея, чтобы подойти к сайда Фанди, чтобы он не ласкал. Оказывается, это учитель их, это кошка. – собака. – гепард, ваннахля и пчела. и еще другие. Он говорит, я не смог вам объяснить, как они поклоняются. их. Такое сильное поклонение, говорит, из этого я их уповался на них, от них брал пользу, они так поклоняются. Это не сказка, братья, это не тысяча одна ночь. Это книга Нахшубандийского тариката Бахжа Тустания. С этой книги многие берет Хасана Фанди от Дагестани Хильми. И, также, и многие это, э, это шейха считают Мухаммад Хани, Амин Хани. С этой книги я это читаю, который говорит, наши шейхи это уже собаки, лошади, соколы, гепарды, еще это насекомые тоже, пчела. Инна ва инна илейхи Многие наговаривают на Ибн Тайми, рахиму Аллах. Если вы помните в тех лекциях тоже, которые Джарбаев наговаривал на Ибн Тайми, что Ибну Тайми говорит, Аллах подобен на молодого юнца. Этот хадис который так говорится, который привел, он имел в виду во сне, во сне Ахли Сунна валь а, все говорят, можно увидеть Аллаха во сне, например, на облике молодого юнца или же взрослого человека. Это нет разногласия Ахли Сунна валь а, Но это люди говорят по-другому. Они говорят, Аллах Субхану может быть формироваться на предметы на животные. Как, говорит, формировался, говорит, Аллах Субханаху Ата'аля, когда Муса السلام, с, ним, с, ним разговаривал на дерево. И также, говорит, наговаривая на пророка, он говорит, что он формировался для пророка, молодого юнца, и лицо тоже не него полосатое было. Но это во сне, это никто не говорит, это во сне было, это наяву, что Аллах Субханаху формировался на какого-то молодого юнца, такого нету. И также говорит, как он воплотился для Мухаддин на Араби. Мухаддин Араби говорит, я, говорит, видел своего Господа в облике лошади. Инна лиллах, инна лейхи ражан. Если это не куфр, в этом мире куфра нету. Одну какую-то ошибку, даже не ошибку, даже какие убеждения, Хрисува, во сне, когда Аллах увидел, вы начали раздувать эту тему и говорит, ибну Тайми говорит, Аллах вас не увидел на облике царь, и всякие грязь начали говорить. Вы забывая, что в ваших книгах написано об этом. Ибну Араби говорит, я видел своего Господа в облике лошади. Аллаху Акбар. Не во сне, не во сне. Он говорит, не во сне, он глазами видел. Сейчас придет, это доказывать все же. Так он говорит, этом книга Рашахат, сейчас отсюда открою, это, что мне говорили, что это наговаривали, лучше отсюда открою. Вот, который Ибн Араби говорит, что я видел, своего Господа на облик, в облике лошади. 272, 227 страница книга Рашихат Айнуль Хаят Фи Манакиби Машаихат Тарихат Нухшибандия Это Манакиби имеет в виду восхваление э, шейхи Тарихат Нухшибандийского Тарихат этой книги. И также он там много историй приводит, что Аллах Субхану Таалу воплощается над предметами. На предмете э, может быть приходит в облике животных, облики трава, облики каких-то предметов, или даже, может быть, облике человека. «Инна лиллях ва инна илейхи он, Кто этого хочет прочитать, «Рашахат дару кутубу лилмия» в 227 странице. Из этого говорит, когда мы привели много раз слова, слова шейхов, которые говорят – سبحاني ما أعظم شأني ما سبحان الله ومن سبحاني أي بريتشيست يا فتوم وأنا الحق يا إستني وما, وما في جبة سوى الله ما يوم إتا الله سبحانه وتعالى ما يوم بلاشة эти слова говорят, этих шейхов уходит, когда говорит, Аллах Субханаху Тааля воплощается в облике или же травы, или же предмета, это говорит, у нас уходит, когда говорит, мы, это шейхи, впадали в состояние эйфория. Это когда дурным становится. Умный человек такие слова не скажет. Прямым словом сказать, как может, это слова тоже не говорят, они ошиблись, что-то еще оправдываться они стараются, братья. Оправдываться стараются, это, это не книга атеистов, это не книга фараона, который говорил «Ана раббукум аля «Я являюсь вас величайшим господом». Это не фараона слова, это слова шейху Нахшмандийского тариката, который говорит «Причист я». Потом говорит, мушани, как, как большая моя величество. И также аналхак, ан» я истина. И говорит, нету а, моем плаче, кроме Аллаха субхана Тааля. И другие слова, вахал фиддарай гайри. Если шейх, шуфийский шейх говорит, если говорит, обоих мирах кроме меня, это Аллах Субханаху. Ал 227 страница, это книги, наверное, порвал бы, и деньги отдал, эту книгу купил. Деньги не жалко, но жалко, вот даже это бумаги, которые эти куфу пишут. Просто это сохранил, чтобы вам показать. Инна, инна ражи'ун. Потом еще не стесняются, они говорят, Аллах, когда они говорят, вахабисты или же, салафисты или. Хавариджи называя, что они говорят, уподобляют Аллаха Субханаху Тааля на его создании. Больше уподобления вы откуда найдете? Это еще начало, братья, еще больше куфры этой книги. Эта книга восхваляет Махтубат, вот эти Бахджа Туссани других книгах. Эта книга в Дагестане продается, эта книга в Дагестане Дагестане ученые читают, Откуда знаешь, если ученые читают или нет, если сказать? Потому что старая печать, моей дедушки тоже дома эта книга была. Чтобы вы не забыли, первых лекций мы сказали. Мы же это не слышали раньше. Это вам не рассказывают. Потому что чистый ум, который не погряз вот этими грязами, это невозможно принимать. Из этого они вам не рассказывают. Но эта книга восхваляет имаму Сарханды в своем книге «Мактубат». Эта книга восхваляет

хотя очень трудно продолжать, но это необходимо говорить для тех людей до сих пор, которые находятся на Хшабандинском тарикате или сейчас в известном разу нету, что это грязь, эта книга находится. Вы помните, когда Саид Черкейский начал мне опровержение делать, есть там ролик, называется «Пора покаяться Вот От седьмом минуты он начал оправдывать те слова, которые э, привел э, Хасан Хельми в своем книге Сираджу Саадат. Печат Тагистан. Махачкала». Э, то, что здесь было, я когда сказал, они берут, просят помощь у собак. Он начал оправдывать, ты не понял, ты арабский язык не знаешь, что там говорится через него просим Аллаха, через это хорошее дело, от них, от собак, от Аль-Мадад, помощь просит. Эта, же, эта, история была, случился основатель тариката, Нахшумандийского тариката, вот в этом книге Хадая в 401 странице. История Мухаммада Нахшуманди, когда рассказывает, он здесь говорит, мне начали говорит, Аллах, эта история приводит этот хасана Ахильми. Я привожу здесь ту же историю. Вначале говорит, мне приказал мой шейх, чтобы я был слугам собак, чтобы я им лечил, служил им, ухаживал за них. Даже говорит, до такой степени, говорит, я старался говорит, слушать своего шейха, я говорю, если я животных в улице встречал, я ждал, пока животное пройдет, потом проходил. Такое уважение проявлял животным. Даже говорит, один раз, говорит, я встретился с собаком, говорит, у меня такой, от него такое чувство я получил, такой иман, hell, ко мне пришел, чувство такое получил, говорит, я начал сильно плакать. Собака, говорит, на спине лежала, четыре ноги подняла и начала дуа делать. И я услышал его такой, печальный голос, и сразу я начал э, вместе с ним говорить, он дуа четыре нога поднимает, э, дуа делает собака, я говорит, начал сразу амин, амин говорит. Этот, это не дурак говорит, дурак, наверное, алам, но не представляет дурак, это основатель нахшубандийского тариката, это рассказывает 401 страница, братья. Он еще говорит, один день вышел, я говорю, встретил херба Херба, этот хамелеон. Хамелеон говорит, я встретил. Мне говорит, под солнцем говорит, э, мне интересно стало. Мне говорит, сердце пришло, это, это здесь главное. Что просит шафа у него от этого, это как его, хамелеона. И собак, хамелеон, вот это устарый этих шейхов. Это основатель, на хшимандийского так говорит. Тоже хадая Гульвардия, каваки бы

Там минха было, здесь минхум. От лубия, от них говорит аль-мадад. Помощь. Не от Аллаха, как ты хотел поворачивать о сайт черкесский. Если я не понимаю арабский язык, как вы говорите, берите эти книги, заберите любому человеку, который арабский читает. Вот 108 страница Басету Санья, 401 -я страница кавакибудурия. Это Махачкалинские издания, тоже 55-я страница Сираджу Саадат. Посмотрите, это одно и то же история. Эта история рассказывает, был нахшубандийский шейх в Дамаске Ражаб Диб. Абу Нури, кто учился, он его знает, потому что он каждый четверг там свои лекции делал. В 1994 году, в этом его лекции, когда хаджи ехал, я в 1994 году, тогда было мне 18 лет, мы зашли в этот мечет, я был там, мой дедушка был. Обратно, когда приехал тоже я в этом университете остановился, три месяца там учился. Это Раджаб Дим там уроки давал. Этот момент, 1994 год, со мной был. со мной учился. Ученые и муфти, муфти духовного управления, тогда был убитый муфти а, Мухаммад Саид Аббакаров. Потом со мной был этот Курма Махмад, который убитый. Вот эти ученые духовного управления тоже тот был в 1994 году. Там преподавал Ражаб Диб. Он тоже этой истории рассказывал, что их из Чехов являются животные. И рассказывал историю Мухаммада Нахшиманды, как он ухаживал за животными. Братья мусульмане, неужели у нас закончились хадисы? Неужели у нас закончились аяты Корана? слова сподвижников, слова табиинов, слова четырех имамов, что мы нуждаемся уже этим животных, от них помощь попросить. Мы нуждаемся этих животных, от них знания брать. Как они говорят, из наших шейхов это лошадь, гепард, птица, сокол. Инна лиллах, ва инна илейхи раджи'ун, ала ниамат аль лиллях, ни Аллаху, за ниама, за благодат разума. Если разума нету, из этого они, шейхи говорят, не противоречите суфийским шейхам. Убери свой мозг, просто иди с закрытыми глазами за этим шейхом. Иначе это невозможно нормальным разумным человек принимать. Вы можете обзывать, можете, что, хотите, что хотите сказать, на меня этого, иншаллах, не вредит. Я не читаю этих слова с какого-то контекста, кто-то написал. Я читаю именно с ваших книг который продается в Дагестане, читают в Дагестане, преподает ДИУ, Дагестанский исламский университет, если его можно назвать таким. Продолжаем читать слова куфра с книг Нахшумандийского тариката. Из явных куфр, которые переводят переводится в переводится книге Рашахат Айнул Хаят, в 251 странице, он говорит, наш Мауля один день пришел, ما يكمل ما يحجر ما نيجي أنا بولك قرآن مصحف أنا قرأت الشيخ مَوْلاهِ ما الشيخ براشويد إن لله وإن إليه راجعون هذا قلت ما هذا الكتاب شتو ذا هو مصحف يس مصحف هذا قال إن ذلك من علامات البطالة Аллаху Акбар. Это говорит аляма признак бездельников. Читать Коран ⁇ это признак бездельников. Он имеет в виду, говорит, читать Коран ⁇ это работа начинающих людей. Э, с, э, работа начинающих людей, говорит, ля иллах, иллах Работа, говорит, средний уровень людей читать Коран и молиться а это читать Коран, работа говорит, достигшие люди это намаз. А лиштигар бигайрихи начинающим людям, кроме ла иля другими делами заниматься, это является, говорит, балпала, бездельничество. Это, говорит, так пример, кто читает Фатиха, сидя, что говорят от Корана. Мы все знаем видеоролики есть в интернете, которые Саид Афанди тоже говорит, не надо стараться Коран учить, вам лучше делать зикру. Одни и те же слова. Такое отношение у них к Корану. Потому что зачем им Коран нужен, когда их нет шейхи, кошки, собаки, хамелеоны, от них помощь просят, от них шафа просит, Зачем им Коран нужен? Инна инна он. Не надо мне отвечать, как некоторые говорят, отвечай кому-то. Сами отвечайте за свои книги, прочитайте. Я от себя ничего не добавляю. Сами отвечайте за свои книги. Они говорят, обратно берем это Рашахат, 148 странице, что Аллах Субхана Та'Аля скрытые не знает. Вы удивляетесь. Их шейхи знают скрытые, как они же говорят, все скрытые знает шейх. Но, оказывается, Аллах Субханаху Та'аля не знает скрытые в Аллаху А'лам. Также будем продолжать и читать слова неверии из книги Рашахат. В 259 странице он говорит. Шейх сказал, говорит, один день мой отец был, который над водой ходил. Иногда говорят, на воздух, воздух ходил, даже не, не прикасаясь к земле. Если мы помните истории, которые мы рассказывали из книги Ахмада Афанди, что он на воздухе шех сидел. Кто хочет вернуть этой лекции, там, комментарии к книгам Ахмада Афанди, эти лекции, или же сами прочитайте, там она есть. Здесь тоже говорит, мой отец ходил над водой, иногда говорит, по воздуху ходил,

Али гайб который знаю, будущее знающим, скрытый знающим не является Аллах. Это слова говорит его шейх в 259 странице, братья. Они говорят, шейхи, суфийские шейхи знают будущее, Аллах Субханаху нет братья мусульмане, после этого, когда мы так гневаемся, когда уже не можем свои эмоции сдержать, вы должны уже понять, как трудно вот это вещи читать. Такой чистой религии, какой красивой религии, которую Аллах Субхану Та, к нам отправил, как они загрязнили вот этими сказками, этими рассказами. Эти слова сказал, вот это, что Аллах будущее не знает, кто? Абдул-Карим Аль-Ямани и Ибн Араби. Кто подтверждает, что эти слова сказал э, Ибн Араби? Подтверждает, что это Ибн Араби эти слова сказал Имам Раббани. Как они называют его? Мужаддию Аль-Фессани. Обновитель второй тысячелетия. Абдул-Кабир Аль-Ямани. Он говорит, что Аллах не знает скрытое. Потом продолжает он здесь. Он отрицает это слово, имеет в виду, что это неправильно, кто бы это не сказал, хоть Абдул Кабир или Ямин не сказал, или же шейх Акбар и Шами, имеет в виду, шейх Акбар не большой шейх, это Мухаддин Араби, это Шами похоронен, и до сих пор приходит его могилу, тавов делают, ширк делают, кто в Дамаске учился, это знает. Кто бы из них он не сказал, он, он говорит, нам надо следовать за словами Мухаммад ибн Абдиллах Аль-Араби и Мухаддин Араби. Аль -Араби. Инна лягева, инна лягера джихаун, братья мусульмане, эти рассказы не рассказывают, чтобы ваши уши наслаждались или гневались для нет. Это рассказываю, чтобы вас вытащить с этой грязи к чистоту ислама. У кого дома родители есть этим? Шейхам поклоняется. Всю жизнь они просили я хедри, я, 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 я Ильяс, я Сайда я Махмуд Афанди. Этим ширком учат. Этого не хватает. Сейчас они, оказывается, они еще шафаат просили у хам... хамелеона, у собак. Еще шейхам себе брали лошади, гепарды. Неужели этого не было недостаточно, чтобы все эти книги جيتش. استم imina الله y آيات القران enebel bech mojna babu musrk brust. چالكا تالستيكا تري لاتي غي اتي غريز. تو ديرو كاتور سازدال الله سبحانه وتعالى. زدالا لزنيو بوماجي نبسالات الشيك تو دا. دا الله سبحانه وتعالى. الله... سيخ زابلوشي نبريما بوت. آمين آمين آمين. جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن شاء الله мы продолжим рассказывать еще более удивительные вещи их книгах وممكن أن يقولوا ما может быть удивитель это вы узнаете в следующем лекции إن شاء الله والحمد لله رب العالمين